теперь мы предоставим вашему вниманию коттедж двухместный «Лирус». В каждом коттедже есть вот такая вот терраса, где вы можете посидеть со своим любимым человеком и попить чай. Центр отдыха «Радуга Вест» подумал об удобстве каждого клиента. Комната очень светлая, есть большое зеркало, а также зонтик. Под дождем вы уж точно не промокнете. Здесь у нас мини-кухня. Для себя что-нибудь приготовить труда не составит. Есть большой холодильник. Давайте посмотрим душевую. Здесь у нас есть отдельная душевая кабина, унитаз, а также умывальная раковина. Все необходимое присутствует. Следующая комната – это у нас спальня. В спальне кровати мы с вами можем увидеть две большие кровати, очень удобные. Большие подушки, прикроватные тумбы и светильник. Не могу не показать вам большой шкаф, в котором мы с вами можем увидеть банные халаты, одноразовые тапочки и пляжные полотенца. Ну а для наших красавиц, конечно же, предусмотрели трюмо.